Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. А темой данного обзора будет светильник от производителя Wanderlicht. Это подсветка для картин. Ну, кстати, не только для картин. Можно подсветить все, что угодно, в том числе и зеркало. Она предлагается в одном исполнении размером 56 сантиметров. Цвет металла здесь хром, зеркальная поверхность, и алюминий. Рассеиватель из белого акрила, эта часть подвижная, то есть направление света можно будет изменить. Источник света здесь светодиодный LED-модуль, это когда группа светодиодов объединены в один модуль на электронной плате. Потребляет он 10 Вт, а выдает около 65. Включенная она выглядит вот так. Цвет свечения нейтральный, в кельвинах это 4000. Освещение хорошее, достаточно яркое. Так примерно она будет выглядеть на стене. Получается, освещается кусок на стене размером примерно 70 на 70 сантиметров. Крепится она с помощью монтажной планки, размер этой части 5,5 сантиметров на 13. Выключателя здесь нет, поэтому он должен быть выведен у вас отдельно на стене. А если кого-то интересует установка на самом изделии, здесь в корпусе выключателя, то это возможно. Это может быть веревочный выключатель или кнопочный. А на этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок! С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока!